Друзья, всем привет. Покушали, вышли погулять. Тут внимательно наблюдает Маша за этим процессом. Все интересно, все впервые, надо все понюхать, посмотреть. Друзья, смотрите, спасибо большое за советы. Ну, у меня аж кот не первый. Вы как-то все подумали, что у него плохой стул. Нет, у него все хорошо. У него самый обыкновенный, не жидкий, скажем так. Тут просто у него шерсть большая, ну такая длинная. И кое-какие фрагменты туда пролипают. И вот приходится их оттуда убирать мне. Потому как самостоятельно он что-то этого делать не может. Ну ничего, что поделаешь. Подписались. Будем с этим делом справляться. Да, Кисюня? Так, туда не надо лезть. Ладно, прогулялся, хватит. Прошел дождик. Ну, скажем, такой. То, что надо. Опа. Сэм. Сэмик. Ля спит. Маня, буди Сэма. Сэм. Кот, просыпайся ты. Ни хрена себе такая. Вот это да. Крепко так же спит, а? Но не покушали хорошо. За котов никто не забывает. Все кушают вкусняшки. Вот такое. А ты куда полез? Будешь спать или пойдешь? Разбудили кисю. Вот. Ладно. Отдыхай, мы пойдем, пройдемся. Огурчики есть, огурчики повязались. Уже хрумкаем потихонечку их. Вон, видите, сколько висит. День-два. И будем их срывать. Вот такие огуречные джунгли. Ну, то хорошо, когда свои. Малина большая. Вот мой палец. Ну как, относительно большая. Но она еще немножко больше вырастет. И будет такая. Ух. Это сладкий сорт. Собакин ждет. Сейчас пойдем. Здесь уже помидорчики так подросли, поболее стали. Тоже есть завязи небольшие. Маленькие, правда, еще. Ну, тут другой сорт, это высокорослые. Они немножко позже, они, чем грунтовые. Ну, ничего, подождем. Бежить. Так что, друзья, не переживайте. У кота питание нормальное. Молоко мы даем не домашнее, то есть оно пастеризованное. Давали курочку вареную, давали спинки. Там есть такие кусочки, которые вообще никак не жирные абсолютно. Поэтому не переживайте с этим делом. Мы регулируем. Это не первый кот в моей жизни. Так что, я думаю, будет нормально все. А то, что приходится мыть его, ну то на шерсть налипает. Стул у него, слава богу, хороший. На улице так свежо после дождя. Лягушки плавают и прыгают. Тут у нас этот, как его, уха сырая. Вон, ну так сколько плывут все на ту сторону. Никак еще не научусь этой штукой пользоваться. Штука хорошая, но надо привыкнуть. Тучки, класс. Был включен режим горизонтальной фиксации. Куда бы я рукой не крутил, оно будет по горизонту камеру держать. Сейчас уже можно посмотреть на небо. Ну ладно, разберемся со временем.
В общем, растет котейка. О, царевишна пришла в гости. Только что покушали. Рыбки жареные, да, маняня? Перед этим, как заскочили дождь, и они все вчетвером. И все вчетвером начали есть. Сверху смотришь, так интересно, такой этот самый табун из котов. И все что-то едят, плямкают. Окей, сегодня. Ладно, друзья мои, пойдем мы в дом. Пооткрываемся настежь. Пусть заходит свежий воздух после дождя. Вот он идет, аксакал. Привет. Здорово. Постепенно привыкнут к маленькому. Они уже запах его знают, помнят. Постепенно к этому запаху привыкнут и будут дружить. Все, друзья, пойдем мы в дом. Всем тихой, мирной ночи. Всем добра. Всем здоровья, благополучия. Всем пока.